Большой проблемой для любого владельца домашних животных становится сезон активности различных паразитов, в особенности клещей. Защитить питомца можно разными способами, в том числе используя специальные препараты и шампуни с активными веществами. Однако у всех этих средств есть один большой недостаток. Препарат после использования циркулирует в кровотоке животных и вредит их здоровью. Средств, которые комбинировали бы как противомикробные, так и акарицидные свойства, и при этом никак не отразились бы на здоровье питомцев, на прилавках магазинов попросту нет. В сентябре 2020-го этим вопросом активно занялись ученые Казанского федерального университета. Они разработали уникальный зоошампунь. Наше активное вещество, оно, во-первых, многокомпонентное. В первую очередь, оно также эффективно в отношении бактерий. То есть, как мы знаем, да, кошки, собачки любят гулять, и у них может какое-то там инфекционное заболевание появиться. Да? То есть они бьют бактерии, грибки. Как мы знаем, да, что у нас часто встречается лишай у собак, например, да, то есть это как раз-таки вызывает дерматофитный грибок, это заболевание, трихофитон ребрум, то есть он действует против грибков и также против клещей. Акарицидное действие подразумевает в себя то, что он убивает полностью, то есть паразитов. Исследования ученых проходили совместно с Казанской государственной медицинской академией, а также при содействии Казанской ветеринарной академии. Испытания препарата проводились на животных и показали высокие результаты. Их токсичность изучена полностью, да, то есть они относятся к нетоксичным, к умеренно токсичным препаратам, то есть они безопасны, в том числе, естественно, они безопасны и для окружающей среды. Более того, хочу отметить, что наш активный компонент действует в очень низких концентрациях, что в свою очередь также вносит вклад в его безопасность. В дальнейшем зоошампунь можно будет использовать как на фермах, так и в домашних условиях. Продукт может стать лидером на международном рынке. В планах запуск производства первой партии зоошампуня на базе Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Александр Фесов, Универньюз.